В Актобе прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. Аграрии Мартуковского и Иргизского районов предложили горожанам мясную и молочную продукцию на 10-15% дешевле рыночной цены. В общем, было реализовано свыше 3 тонн мяса и 300 литров молочных изделий. Наша съемочная группа побывала на месте. Это уже вторая сельхозярмарка за текущий год. Если на прошлой неделе свою продукцию представили аграрии Айтекибийского и Алгинского районов, то на минувших выходных был черед фермеров Иргиза и Мартука. Очевидно, что основной спрос на мясную продукцию. К примеру, только за полтора часа предприятие из Мартука реализовало 150 килограммов говядины. Цена 1600, круговая цена. Мякоть, грудинка, все прям по 1600 продается. В обычные дни почем продаете? Обычно 1850, 1650, по 2000. Жители как, покупают? Вот смотрите, очередь. Прям я уже почти заканчиваю. 220 килограмм уже все забрали, можно сказать. Очень хорошая продажа. 1600 тенге – неплохая цена на мясо. Видела здесь вот в одном месте даже по 1550 продают. Но вот молочная продукция и яйца все же дороговато, считаю. Но по утверждению ответственных специалистов, все цены были на 10-15% ниже рыночных. Например, стоимость литра молока составила 200 тенге, десяток яиц первой категории на ярмарке отпускались по 345 тенге, второй категории по 310 тенге. В обычные дни, первая категория 370, за десяток это я говорю, 370 тенге, и вторая категория 345. К примеру, молоко в обычные дни по 300-350. В целом посетители купили 3 тонны мяса, 300 литров молока, 1 тонну рыбы и 150 килограммов овощей, в частности огурцов. Отныне подобные сельхозярмарки будут проводиться каждую субботу до 15 мая включительно. Гульдана Каленко, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.